Здравствуйте! Жизнь есть сумма всех ваших выборов, и мы поможем выбрать каждое слагаемое вашей будущей красивой и комфортной жизни. В эфире телепроект «Большая стройка». Если вы не знаете, с чего начать, начните с главного. В нашем случае – с жилья в элитном комплексе по цене комфорт-класса. Алло? Ждем вас на индивидуальный показ резиденции «Грин Парк». «Мерседес» доставит вас к месту встречи. Экскурсия в резиденцию «Грин Парк» совместно с тест-драйвом «Мерседес» – не единственное, чем могут удивить и порадовать вас в группе компаний «Гарант БКЖС». Артем, Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какое жилье вы ищете? Нам важно жить в центре города, но не прямо у дороги. Желательно, чтобы при этом был уровень комфорта загородного жилья. Зелени побольше, безопасная территория, отдых для детей и для взрослых. Да, и при этом, чтобы дочь сама могла дойти до школы и не одна, а в компании с детьми, которые живут рядом и разделяют ее интересы. К этим пожеланиям мы можем добавить высокое качество, современные технологии строительства, уникальная авторская архитектура, продуманные планировки, увеличенные панорамные остекления, высокие потолки, премиальные въездные ворота, открытые террасы. Я предлагаю все это увидеть своими глазами. Это даже лучше, чем я ожидала. Все очень по-европейски. Даже вертолетная площадка есть. Да, это грамотное инвестирование. Элитная недвижимость только растет в цене. Расскажите, как ваши впечатления? Очень заманчиво. Да? Да. Не думал, что в городе есть жилые комплексы такого уровня. Тебе понравилось, Василис? Да! В новый дом с новой мебелью. Очень просто пойти в магазин, купить уже готовую обстановку, а потом просто встретить такую же в гостях у соседей или друзей. Или не угадать с пропорциями, не попасть по стилю. А уж о какой-то индивидуальности и говорить не приходится. Для тех, кто никогда не останавливается в реализации своих желаний и кого не пугает огромный выбор предлагаемых решений, и появилась компания «iDmoving». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Татьяна. Ваш слоган «Инновации уюта». Что вы имеете в виду? Мы решили создать современный концепт, который позволяет полностью воплощать желания клиента. Не подгонять готовую мебель под идею, а создавать ее с нуля. Сюда входят не только замеры и проектирование, но и полное соответствие материалов, цветов, фурнитуры, формы, первоначальной задумки. А шкафы, которые на 10 сантиметров не дотягивают до потолка, а стенка, которая занимает 2/3 стены, и что ставить в оставшееся пространство, непонятно. А вот подобные задачи, в числе прочего, решают наши специалисты. Как раз сегодня мы завершили очередной проект, и наш конструктор-дизайнер расскажет о его особенностях. Добрый день, Ларина. Здравствуйте. Добрый день. Мы как раз с Татьяной обсуждаем ваш проект. Да, Ларин, говорят, что при создании проекта для вас возникли какие-то специфические сложности. Действительно так. Нам нужно было соединить гостиную и кухню, при этом органично вписать в общий дизайн квартиры. Как обычно, мы начали с замеров пустого полностью подготовленного помещения.
Работа для нас привычная, но в каждом проекте присущи свои нюансы. В данном случае, конкретно в местах крепления верхних шкафов, проходила электропроводка. Соответственно, при конструировании шкафов необходимо это было учесть. Помимо этого, пожеланием клиента было то, чтобы кухня была под потолок. Момент сопряжения верхнего яруса шкафового потолка является проблемным, потому что очень сложно сделать без зазора. Мы предусмотрели специальную планку для крепления натяжного потолка, в результате чего получилось все идеально. Ларин, вам понравился итоговый результат? Да, очень. Получилось классно, получилось современно. Это то, что я хотела. Еще бы! Ведь обустроить жилье вне рамок, в неповторимом стиле, на свой вкус поможет только индивидуальный дизайн мебели, который адаптируется как к личным требованиям, так и к жилому пространству. Очевидно, что глобальные проекты требуют тщательного планирования, но все предусмотреть могут только настоящие профессионалы, такие как здесь. Каждый человек стремится затрачивать как можно меньше сил и средств, занимаясь благоустройством своего жилого пространства. Торговый дом «Стройлон» на Бурова продолжает пополнять свои ряды новыми качественными товарами, которые могут пригодиться для обустройства вашего дома. На сей раз мы вас познакомим с новинкой для нашего города – керамической плиткой российского производителя «Азори». Стремление к индивидуальности и разнообразию – вот что вдохновило создателя этого бренда. Иван, что нужно знать, чтобы создать по-настоящему уникальную, стильную и уютную атмосферу с помощью керамической плитки? Какие тенденции сейчас в моде? Что предлагает торговая марка «Азори»? Если говорить о компании «Азори», то это фабрика, которая представляет и выпускает более 20 современных коллекций. Все они объединены общими принципами – сложный дизайн, индивидуальный стиль, передовые технологии. Я знаю, что вы работаете с несколькими ведущими предприятиями, и у каждого есть свое собственное производство. Да, действительно так. Все современные фабрики имеют свое собственное производство, имеют современное итальянское и немецкое оборудование. Благодаря оборудованию удается выпускать керамическую плитку в разнообразных форматах с различными структурными особенностями. Например, это позволяет создавать модный сейчас эффект имитации натуральных материалов – камня, дерева, ткани. Из чего состоит современная коллекция? Современная коллекция состоит из различных декоративных элементов. К примеру, панно. Благодаря современной технологии печати создается 3D-эффект. В это сочетание мы можем добавить элементы стеклянной мозаики, либо современной геометрии. Главными преимуществами покупки плитки в новом шоуруме являются разнообразный ценовой диапазон, оперативная скорость поставки, так как огромный ассортимент находится на складе в Брянске. Кроме того, для каждого клиента по желанию создается индивидуальный дизайн-проект. В современном шоуруме керамической плитки и керамогранита торговой сети «Стройлон» для вас открывается мир неограниченных возможностей для создания неповторимого стиля вашего дома. Часто выбор становится очевидным, если вы действительно знаете, чего вы хотите. А если у вас в жизни большие планы, оставайтесь с большой стройкой.